Несмотря на кажущуюся легкость, синхронное плавание – весьма требовательный вид спорта. Выносливость, гибкость и исключительный контроль за дыханием – здесь главные составляющие. Открытое первенство города Бреста по синхронному плаванию собрало юных граций во Дворце водных видов как раз в дни прекрасного весеннего праздника. Синхронистки выступили в трех возрастных группах и в четырех видах программы – соло, дуэты, группа и комбинированная группа. То, что я видела 2 года назад, будучи еще председателем Федерации Республики Беларусь, то, значит, город Брест очень хорошо вырос. Уже есть девочки, которые у нас, значит, отобраны и переведены в училище Олимпийского резерва. Значит, есть кандидаты. И сегодня у них будет борьба. В Бресте этот элитарный вид спорта развивается с 2010 года. В Центре Олимпийского резерва по водным видам открыто отделение синхронного плавания, которое ведет подготовку спортивного резерва. Вместе с тем брестские синхронистки уже успешно конкурируют со столичными спортсменками на соревнованиях республиканского уровня. Как мы говорим, что есть на что смотреть. И они уже это уже радует. И радует то, что все-таки город Брест помогает и дает развитию, помогает развитию синхронного плавания. Это, ну, очень радостно нам. Сложность элементов, скорость и частота выполнения фигур, а еще подбор музыки и умение работать в команде. От внимательного взгляда судейской бригады не ускользает ни одна мелочь. Поэтому так важны для спортсменок взаимопонимание и поддержка внутри команды. Много чего, конечно, не получалось, но мы старались, все получилось. Конечно, ну, для маленьких, они второй раз только выступают, для них это хорошо. Маленькие, они тоже старались, пытались чего-то сделать там. Ну, конечно, бывали моменты, когда они там сильно делали плохо. Надо улучшать связки и больше работать над собой. Между тем, воспитанницы Брестского областного центра Олимпийского резерва в показательных групповых выступлениях оказались на высоте. 2 первых места синхронистки взяли в категории 10 лет и моложе и 12 лет и моложе. А также завоевали 2 место в старшей возрастной группе. Первый весенний старт завершен, впереди новые горизонты. Ирина Альшова, Денис Величкевич, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.